как будет, как монтируется дымоход для канализационного котла. Дымоход будет пластиковый. Вот он у нас. Шар, да. Придется на втором этаже вскрыть окно, чтобы можно было поставить крепеж дополнительный. Начинаем с того, что далее точку отсчета это вот эта стена, потому что она одинаковая здесь, на первом этаже. Контрольное отверстие, посмотрим. Сейчас я еще один хомут поставлю и буду уже непосредственно монтировать его. Все хомуты установлены. Монтируется буквально от 7-30 минут. Осталось только одна вот эта. Что все позиции у конструкционных котлов стоят в районе. Они монтируются без классических компаньков и материалов. Это мы сразу сделали снег, дождь. Вот, так что если вы попадаете, будете попадать на прямую в котел. Летом ее сказали, будут наращивать, как раз ее нарастят и будет нормально. Если что.